В столице Северной Осетии проходит автоматопробег. Его приурочили к 69-й годовщине Великой Победы. Перед тем, как отправиться в путь, возложили цветы к вечному огню на Аллее Славы. Все общественные организации, которые прямо или косвенно связаны именно с патриотикой, они собираются и отдают дань памяти нашим воинам, погибшим, не вернувшимся с полей войны, да и тем, кто вернулся, но выполнил свой долг. Такое священное, я считаю, мероприятие, неформальное мероприятие, и люди сюда приходят действительно от чистого сердца и от души. Никого сюда силой не гонят, и никому ничего объяснять не надо. Все прекрасно понимают. Хочу всех поздравить с великим праздником, особенно ветеранов, которых, к сожалению, осталось очень мало. И все должны мы помнить, что благодаря их подвигу мы сегодня радуемся, мы сегодня празднуем. У нас относительно стабильная жизнь. И хотелось, чтобы больше внимания им уделяли. Ну и для нас, как и для любого человека, который понимает, что такое 9 мая, это великий праздник, и мы не могли пропустить мероприятие. И мы присоединились к колонии автопробега, и получился автомотопробег. В автопробеге приняли участие общественные организации Северной Осетии, байкеры, школьники и даже ветераны. Колонна из 15 машин с российским и осетинским триколором отправилась с Мемориала Славы, проехала по центру Владикавказа к памятнику героя Советского Союза Петру Барбашову. Оттуда делегация прибудет в станицу Архонская и Ордон. Закончится пробег у Ильхотовских ворот. Там пройдет митинг дружбы с участием делегаций со всех республик Северного Кавказа. Рая Дзантьева, Валерий Гадзиев, Осетия ТВ.